Я вас приветствую на канале Автоток. В данном видео я расскажу про штатную магнитолу на Hyundai AX25. Пару слов про внешность по традиции. Имеет у нас пластиковый корпус черного цвета. Ну, повторяющий форму головного устройства. Тут даже вот специальные крепления, выемки все, зацепи, зацепки. Вот. Ну, должно встать на место штатного головного устройства без щелей, зазоров. Вот. С подключением тоже проблем не должно возникнуть, там все пин-ту-пин. Что касается у нас кнопок управления на панельке, имеются самые основные, это меню, выключение громкости. Здесь у нас разъем под microSD флешки и регулировка громкости. Вот. Также сверху отверстие под диски, поскольку присутствует DVD-плеер. Читает форматы DVD, CD дисков. Вот. Так что можно что-нибудь посмотреть или послушать в дороге. Здесь у нас кнопка выключения магнитолы и излучения диска. Также есть микрофон на панельке внешней. Вот. Что касается дисплея. Здесь он у нас 8-дюймовый, сенсорный, емкостный. Хорошая цветопередача, как можно увидеть. Вот. Чувствительный, все показывает неплохо. Все видно. Вот. Давайте я вам покажу по характеристикам. Так, зайдем в Device Info. Здесь у нас довольно мощная конфигурация. 8-ядерный процессор стоит, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 внутренней. То есть магнитола лучше своих конкурентов на рынке. Вот. Ну, платформа Android 7.1.2. Что касается у нас чтения форматов аудио, я вам демонстрировал видео сейчас. Вот. Он читает большинство форматов аудио-видео и читает их с, вот я показывал, слоты microSD с флешек, может, и с USB различных устройств. Там тоже флешки, либо жесткие диски до 2 терабайт. Форматы аудио-видео все читает. Там MP4, MP3, FLAC, WAV, Page. Вот, все это имеется. Что касается основных функций, естественно, радио есть. Такое вот оно. Тут частоты регулируются. Здесь настройки сохраненные. Здесь эквалайзер. Вот. Присутствует также AUX в комплекте для подключения различных камер. У нас на сайте есть большой выбор, можете посмотреть. В принципе, все туда подойдет. Вот. GPS-навигация тоже имеется. Ну, возможность. То есть установка приложения, подключение модуля и... Да, у вас уже есть GPS рабочий. Вот, настройки кнопок руля есть. Bluetooth для подключения hands-free гарнитуры различных устройств типа смартфонов и позволяющий с помощью смартфона управлять самой магнитолой. Вот, поскольку Android есть Play Market для установки приложений с интернета, Chrome для просмотра интернет-страниц, ну, то есть весь комплект, все самое необходимое есть. А все, чего нет, можно будет установить того же Play Market. Подключение к Wi-Fi тоже имеется. Вот. Тут шторочка, регулировка громкости, основные функции, яркость экрана. Так выглядит рабочий стол. Можно сменить картинку. Вот. Ну, здесь стандартный, но можно что-нибудь под себя, что-нибудь свое загрузить. Вот. По большому счету это все из основных функций. Что касается у нас комплектации, идет само головное устройство, фишки подключения, USB провода. Так выглядит задняя часть магнитолки. GPS модуль. Два выносных на панель USB, очень удобные. Помимо тех, которые есть там. Выносной микрофон даже есть. Wi-Fi усилитель такой вот необычный. И RCA кабельки. Тюльпанчики, даже под сабвуфер есть, под видео, под аудио. Вот. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ссылка будет в описании к магнитоле. Всем пока.